Доброго всем утречка, мои дорогие зрители. Бегу на море. Не совсем рано получилось, ну как всегда завозилась с утра. Но все-таки начало 9-го. Бегу на море. Так интересно, как и что будет. Какое море, как море меня примет после перерыва такого. Моя подружка вчера была с ребенком на море. Сегодня, говорит, всю ночь не могла заснуть, обгорела. Но я так быстренько. Не думаю, что я так сгорю. Но не знаю, какое солнышко будет. Лицо смазала кремом специальным таким от солнца. И покажу вам, какой крем я купила. Все покажу вам. Плюс 50 антивозрастной. Французский какой-то. Так что посмотрим, не загорит ли у меня лицо. И губы тоже. Губы, у кого перманент, тоже нужно гигиенической помадой смазывать. Ну все, друзья мои, я побежала. И вот Светлана открыла купальный сезон. Я вам расскажу сейчас о нашем пляже. Кое-какие нюансы. Смотрите, вот эти лежаки и зонтики платные. В будний день 10 лир берут с человека, а выходные по 20 лир. Здесь все бесплатно. Туалеты, раздевалки. Это все бесплатно. Здесь мужской, там женский. Так что пользоваться можно этим бесплатно. Море бесплатное. Море бесплатное. Пока белое, друзья мои. Надеюсь, что загорю. Море чистое, но смотрите, пластик, пластик. Появляется. Ну, уже 9 часов я смотрю, пока я накупалась. Вот, пластик есть. Ну, там дальше нормально можно купаться. И посмотрите, какое оно прозрачное. Такой кайф, такой кайф. 30 мая сегодня новолуние. Хороший день, начало я купания. Так что, мои дорогие, пошла загорать. Какой шикарный отсюда вид. Эти цветы вообще цвета фуксии. Такая помада у меня появилась. Помните, я всегда мечтала о таком цвете. Какой красивый вид отсюда, правда же? Лежу, загораю, одно блаженство. Не знаю, загорела я или нет. Полтора часа я сижу на море. Пора идти домой. Хорошего понемножку первый день, чтобы не сгорело. Смотрите, какая красивая беседка. Конечно, пакетов полно валяется. Мусора. А это как красиво. Ой, боже. Фонтанчики, видите, поливает сам воду шланг. С ума сходит шланг. Там хорошо травка растет, а здесь вот все сухо. Ну что, пошла я. Какой-то туман появился. О, я успела. Я успела. Пошла я, друзья мои. Удачного вам дня. Смотрите, даже куда умудрились положить бутылку. И здесь. Ну, это да. И здесь одни бутылки. Это что происходит? Специально они положили сюда? Здесь нет. Как интересно. Вы знаете, цены подешевели. Арбузы. Картошка 9-10. Карпуз не кадар? Арбуз 6 лир, кесме 10 шекер. 6 лир килограмм. Видите, мне даже по 5 дают. Видите? Мои дорогие, welcome, говорят. Так, а это 18.
Привет вам передает. 12 лир, какие яблоки. Огромные. 18. Так, кабак 10. Вот этот 5. Огурцы по 6 лир. Балгиби! Амла, 10 лир, 6, 15. Абрикосы. Кирас не кадар? Абла. 25? 25. Белёры, бакыры. А я хочу клубнику, друзья. Как я хочу клубнику. Клубника хочу. Посмотрю сейчас. Чилек не кадар? 20 лир. Обалдеть. Посмотрим в другом месте, может. Ну, вот такой базар, друзья мои. Ашким купит, потом все покажу. Друзья мои, покупаю клубнику. А ну, попробую сейчас. Говорят, сладкая. 18 лир. Вкусно. Кирас, не кадар, кирас. Не кадар. 25. Прибежала с пляжа и быстро для мужа готовить хочу вот такие вот булочки. И такие простые сделала. Я их смажу сахаром. Так что вот, мои дорогие. Сейчас я их накрою вот так полотенечком и пускай подходит, а я в душ. К моей булочке тесто подошло, увеличилось. Посмотрите. Видите? И сейчас я их смазала яйцом. Йогурта не было, майонез добавила. Не знаю, что получится. А на вот эти простые я сахарочек добавила. Ну все, отправляю в духовку, буду кормить мужа, он уже проснулся. Решила сначала сама себе привести порядок, а потом уже кормить мужа. Какие булочки сделала, сейчас будет пробовать, расскажу вам его реакции. Ну, посмотрите, какой завтрак у моего мужа. Какая красота. Два яйца в смятку. Сыр. Надеюсь, что он будет доволен. Сейчас Ашким оторвет. А ну покажи, гостер Ашким нас. Какое тесто. А вот тады на бак, Ашким. Тады на бак. Тады на бак. Насыл? Гюзель? Афиет улсун, Ашким. Посмотрите, какой бардак, ой, чуть не упала, какой бардак у меня на кухне. Только помыла полы, помыла балконы, полила цветочки. Посмотрите, что здесь творится. Вы видите? И этот пол я мыла Думестосом. Вот, чем Светлана занимается, чем я занимаюсь. Видите, Думестос, моя швабра любимая. Вот, помыла здесь тоже. Вы видите, друзья мои, чем занимается турецкая невестка? Лимоны. Был сегодня базар. Сейчас я вам покажу, что почем. До сих пор еще есть базар. Так у меня на балконе интересно. Боже, в каком я месте кайфово живу. Руки так трясутся. Пытаюсь медленно вам показать. Там пикник, видите? Это парк пикников. Что сегодня Эндер купил на базаре? Купил килограмм грибов. Купил абрикосы. Кажется, по 12 лир килограмм. Купил вот такой болгарский перец. Посмотрите, какие огромные яблоки. Я вам показывала сегодня, вы видите? Ничего себе.
Вот такие помидоры купил. Зелень вот эта вот. Интересно, что он купил? О, мои любимые. Или это рука. А щавель, шпинат, щавель. Не купил. Ну, как всегда у нас тройка. Тут пакеты. Сейчас булочки остались, он понес своему другу угостить. Так, вот это все 15 лир стоит. В общем, он потратил больше 100 лир. Такого ничего? Ну, арбуз купил, друзья. Наконец-то он купил арбуз. Вот, наконец-то он купил арбуз. У нас еще вон есть грибы. Арбуз порезала, я попробовала. Боже, какой вкусный. А вот тут мое тесто, смотрите. Хрущевское тесто. Когда надо, отщипну. Его можно и морозить, можно и так. И вот клубничка. Вот такой вот у нас холодильник полный. Что готовить, только не знаю. Всем доброго вечера, мои дорогие. Собираюсь скоро на зумбу свою идти. Только что порисовала нейрографику. Давно не рисовала, 2-3 дня. Немножко успокоилась. У меня сын сейчас, я его отправляю в рейсы. Он получил сертификаты. И нужно искать компанию. И вот я 2-3 дня в поисках этой компании. И все. Дай Бог, что все получилось. И тогда моя душа успокоится. Материнское сердце переживает, и он тоже переживает, что я переживаю. И он тоже хочет помочь своей маме, несмотря ни на все. Жалеет меня, что я глазки свои порчу. Говорит, маму жалко, моей маме рассказывал. Вот такой у меня сыночек. Знаете, какой у меня хороший сын? Он мне никогда не просил деньги. Вот именно вот я говорю, что никогда не просил помощь какую-то материальную. Как бы трудно ему не было, никогда. Такие у меня золотые дети. И дочка тоже никогда не просит. Но я же знаю, что нужно. И мама не просит. Никто не просит. Просто я знаю, что нужно. А кто, если не я, помогу своей семье? А вот я пришла на зумбу. Ехать мне 2-3 минуты на автобусе. Сегодня поехала на другом. В таком красивом месте находимся. Сзади меня балетная школа. Дерево такое красивое. Сейчас переверну, покажу. Высохли, во все стороны торчат. Сейчас идем мы. Мороженое поем, и на сегодня хватит. Что я сегодня ела? Яйца пашот покушал. Ромаду, капито. Люблю я набережную, такая на веселое лето. Красота! Будет для меня делать мороженое. Сенбурда он делает. Я хочу манго и карамель. Соус майонез.
Эгизе. Вот такое мороженое я буду кушать. Смотрите, как красиво. Манго и карамель. Вкусно. Ханги сендева. Бёрдли? Как вы? Анламадым. Бордо, бу не бордо? Бордо демедим, какао дедим. Какао. Какао? Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.